Тем временем в предварительном голосовании «Единой России» по нашему 21-му избирательному округу приняли участие более 3000 избирателей из Кунгура, Кунгурского района, а также части Пермского района. Наша съемочная группа вместе с представителями администрации посетила избирательные участки в праймерис. Вячеслав Горецкий продолжит. В день голосования нашей съемочной группе удалось побывать сразу на 2 из 7 доступных кунгурякам избирательных участках. В 16-ю гимназию кунгуряки пошли с самого утра, как только открылись двери учебного учреждения. Председатель этого участка Сергей Обвинцев отмечает, серьезнее всех к праймерис отнеслись пенсионеры. Избирательный участок открылся, и сразу же пошли первые посетители, которые были готовы. Уже, в общем-то, народ приходит более-менее подготовленный. Знают, за кого голосовать, только пожилой возраст еще определяются, долго думают, пока определятся этим моментом. А в общем-то народ активно идет. К настоящему моменту у нас на 15.00 проголосовало 24%. Не отставала в голосовании и молодежь. Даниил Бажанов уверен, отдав свой голос за достойного кандидата в ЗАГС собрание, в Кунгуре может измениться многое. Поэтому он ответственно отнесся к предварительному голосованию. Отношусь положительно, ответственно, не безразлично будущее. Кандидаты, там, депутаты все-таки выбираем, они какие-то вопросы решают. С дорогами, может, все-таки новый созыв решит вопрос. Голосуем за тех, кого, ну, знаем по предыдущим работам. Есть достойные, есть не очень. Вот за достойных и голосуем. Проверить, как идут дела на избирательных участках города, приехали представители администрации Кунгура вместе с кандидатом в депутаты ЗАГС собрания Сергеем Клепциным. Глава города успела посетить в течение дня несколько участков, отметив, что в гимназии уровень явки выше среднего. Вы лидеры. Приветствую вас. Приветствую. Кстати, прошедшее голосование было рейтинговое. Граждане могли назвать несколько кандидатов в том или ином списке. К такому открытому формату предварительного голосования партия «Единая Россия» шла 10 лет. Впервые праймерис прошел при формировании списка кандидатов в региональный парламент еще в 2006 году. Сергей Клепцин, как кандидат, отмечает это событие как знаковое и важное в жизни страны и Кунгура. Сегодня прошел очень знаковый проект. Это предварительное голосование партии «Единая Россия». Я хотел бы поблагодарить всех тех наших горожан и селян, кто пришел на эти участки и отдал свой голос, потому что это некий такой отбор наилучших кадров, кто может претендовать на следующие уже государственные выборы. Я хотел бы тоже, уважаемые жители, вам напомнить, что 18 сентября у нас состоятся выборы в Государственную Думу и в Законодательное собрание. Поэтому просим вас прийти и отдать свой голос, потому что именно от вашего мнения будет зависеть формирование наших законодательных органов. Еще раз всем большое спасибо за то, что пришли. Я уверен, что мы с вами сумеем сделать жизнь нашу и жизнь людей, живущих в Кунгуре и в Кунгурском районе, лучше. Спасибо. По предварительным итогам праймерис по отбору кандидатов в ЗАГС собрание по партийным спискам и одномандатному округу уверенно лидирует действующий кандидат в ЗАГС собрание Сергей Витальевич Клепцин. А по предварительной информации, в голосовании по партийным спискам свои голоса за Сергея Клепцина отдали более 77% избирателей. По одномандатному 21-му избирательному округу за него проголосовали почти 80%, выразив таким образом поддержку действующему кандидату. Вячеслав Горецкий, Вячеслав Алексеев, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».